Очень нужно пристроить вот этих девочек. Им по 5,5 месяцев. Есть у малышек прививки и паспорта. Они очень общительные и игривы. Станут хорошими сторожами для частного дома. Вырастут небольшими. Внимание! Разыскивается щенок. Молодой пес 9 месяцев. Метис овчарки и лайки. Окрас серый с черным и бежевым. Пропал в Дубовлянах, но может быть где угодно. Зовут малыша Лаки. На нем был красный ошейник, но пес может оказаться и без него. Щенок немного пугливый. Хозяева очень просят сразу же набрать их, если вы увидите собаку. Нашедшему гарантировано хорошее вознаграждение. В хорошие ручки пристраивается годовалая девочка по кличке Лесси. Пристраивается в дом людям очень ответственным, которые понимают, что это живое существо, требующее заботы, внимания. Лесси очень похожа на Лайку. Она необычайно добра ко всем, как ко взрослым, так и к малышам, и к животным. Очень такая ласковая девочка. Вот такая вот ласкуха. Лесси стерилизована, привита, в еде непривередлива. Это не просто собака, это собака-друг, компаньон. В принципе, она может и охранять, но в большей степени с ней приятно играть, бегать, особенно если люди любят активный отдых. Привезут вам Лесси в любой уголок нашей республики, лишь бы вы полюбили эту собаку всей душой. Дом и семью ищет кот по имени Каспер. Он был оставлен на произвол судьбы в одном из минских дворов, где жил беспризорником чуть меньше года. В настоящее время кот находится на передержке. Осмотрен врачом. Здоров. Ему примерно 3 года. Привит, обработан от всех паразитов, кастрирован. С лотком дружит. В квартире ничего не портит. Кушает все. Отдается взрослым, ответственным людям, желательно в Минск или Минский район, по договору передачи животного с последующим ненавязчивым контролем за его судьбой. We'll be right back.